Три номинации, 6 коллективов и одна сцена. Актовый зал 42-го лицея на время превратился в настоящий театр. Там прошел муниципальный этап областного конкурса «Мельпомена». На сцене актеры театральной студии «Диалог» 42-го лицея. Они представили на суд жюри отрывок спектакля по мотивам мультфильма «Летучий корабль». А тебе, батюшка? А мне прожить твою счастливую. На муниципальном этапе конкурса «Мельпомена» три номинации – дебют, развитие и класс. В каждой представлены два театральных коллектива. Их участники – дети разных возрастов с разным опытом игры на сцене. Те коллективы, которые занимаются до 3 лет, они выступают как раз в номинации «Дебют». Коллективы, которые более 5, там от 3 до 5 лет, они в номинации «Развитие». А образцовые детские коллективы, вот они будут у нас выступать и соревноваться друг с другом. Номинации «Класс». Коллективы предварительно предоставили членам жюри диски с полными версиями спектаклей. Сегодня же на сцене начинающие актеры показывают их 15-минутные отрывки. Номинации три победителя. Самые маленькие конкурсанты, театральная студия «Лучик», заняли первое место в номинации «Дебют» с шуточным спектаклем «Ровно в полночь». Театральная студия «Кураж» поразила своими кощеевскими страстями жюри и стала первой в номинации «Развитие». Ну а мюзикл-театр «Воскресенье» одержал победу в номинации «Класс» со своим футуристическим спектаклем «Никто не поверит». Мария Лапчева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.